Всем привет, это я, Отто. На этот раз я говорю от лица варенья организма и хочу вам показать наш новый проект, который называется RecycleScope. Мы сделали его для фестиваля Trash Art. Он из себя представляет калейдоскоп. RecycleScope, калейдоскоп из переработанного сырья. Смотрите. Вот такая вот штука. Старая бочка, дерево, переработанная в фанеру, ручка от мясорубки или какой-то открывашки, велосипедное колесо и куча всякой всячины, которую можно вращать. И внутри, в зеркалах, которые мы достали, не буду говорить откуда, вы видите вот такую вот магию, любимую всеми с детства. Забыл сказать, самое главное, о чем это все? Это о вращении, о такой некой сансаре мусора в природе.